Oh, this is B. Sorry. Какао. From Amazon. So we quite often print just the stickers like mm-hmm. this. Mm-hmm. So this is we print ourselves. But the socks are from Ukraine too. Socks are from Ukraine. We have this handmade from Ukraine. Have glasses. Oh my God! Look at this. We have lots of T-shirts that are coming from Ukraine. All of those pins. Bandera, Stefan Bandera. So this is Aviatsiya Galichina. What? Aviatsiya Galichina, тобто це aviation of Galichina. This is from Odessa. From Odessa. Mm-hmm. This is from Galichina. This mm-hmm. is the west of Ukraine. This is a 3D printer made. Oh, HIMARS. Look at this. HIMARS, this is awesome. If you love the HIMARS, let us know. Do you live here? Yeah. Do you have people who came to Boston just for this event from Ukraine? Or mm-hmm. Yes? We have a lot of them. Yeah. We even have a soldier here on the premises. He's almost done with his He's returning? Restoration. Yeah. Thank you very much. Дякую. You're so welcome. Добрый день. Добрый день. Я вас знаю. О, вы меня знаете? Я тоже Селама. А, Селам. А, добрый день. Для вашего видео на ТикТоке. В четверг? Нет, с Гринхаус. Я ж пришла потом разбираться. Про этот флаг? Да. Ой, как я вам дякую. Как я очень, короче, очень... Я короче. Сначала была кола с полицией. Ну-ка расскажите, то есть это в тот день, когда я поместила, да? Да, мне прислали видео. Это называется The School, так? Greenhouse School. Greenhouse, да. А знаете, что я сделала? Я написала в DCF. Куда? DCF, ну это Department что-то, Children's Services, что mm-hmm. такое. Чтобы они разобрались, он потому что... Право. Он находился внутри помещения, когда сказал, Ukraine should not exist. Он был mm-hmm. вот рядом с детьми, но они как бы маленькие, знаете, там... Я думала, где вы, кто вы. Да, и он сказал внутри, он сказал, Ukraine should not exist. Я тоже в целом. Да? Да. Вы видели, это такой страшный выцевший флаг? Он совершенно старый, как тряпка на полу. Да. Но он его повесил. В общем, вопрос решился другим способом. Да, Я знаю одну мамочку с той школы, и получилось, что бомбили в Дніпрі. Я позвонила ей, кажу, дивись, кажу. Вот такая ситуация, кажу, ваш там выставил прапор, кажу, а сейчас в цей час вбили дитину у мене в місті, де моя мама в школу ходила. И це, вона пішла, сказала ему, він убрав. А на человеческом факторе он это убрал? Да. А полиция что сделала? Полиция не має права вмешиваться, це частна власність. Тут ніхто в Америці не буде. Ти розуміємо? Он убрал, а дальше как бы он... Но он чисто по-человечески все равно любит ее Россию, да? Да, но мы не можем ничего отрабатывать. Ну, флаг убран. Убрал, да? Нет, супер. И какие там флаги оставили? Там еще какой-то третий был флаг. Там американский был. У меня была одна невеста, сейчас вижу. Он кого-то еще там выставил. Сейчас разменяю. Там в Америке одних террорий всяких выставляют, честно слово. Да, их хватит. Ну, как я рада. Я так и думала, что как бы украинцы как бы объединяются и выталкивают это вот РФское Г из Америки. Ой, Саша. Вот это карандаш. Пен. Да. Ой, Саша, счастливая.